Учащиеся старших классов средней школы номер 26 в рамках акции «За дело» решили привести в порядок территорию исторического некрополя областного центра – Тришинского кладбища. Некрополь уже давно находится под пристальным вниманием историков и краеведов. Его сохранение является важным для нашего города. Такая трудовая акция у нас проходит регулярно. Мы периодически приходим и убираем территорию этого кладбища, наводим порядок, делаем хорошее дело. На территории этого кладбища находится памятник жертвам фашистской оккупации, который закреплен за нашим учреждением образования. Но помимо этого памятника, обелиска, мы приходим, убираем просто территорию, помогаем, так скажем. Вооружившись рабочими инструментами, лопатами, граблями и метлами, ребята живо проводили уборку на месте. Собрать опавшую листву, расчистить дорожки, эти и многие другие действия выполнили активисты. Все для благого дела. Ведь своим примером можно вдохновить и других соблюдать чистоту и порядок. Мы приходим сюда с ребятами, чтобы убираться здесь, ну, для себя и для других, чтобы было лучше. Проявляем инициативу, очень часто приходим, помогаем убирать. Еще в разные места очень часто ездим, на набережную, пенсионерам даже помогаем во дворах. Мне кажется, то, что со временем просто люди забывают об этом, а мы пытаемся поддерживать и помогать. Но на этом помощь в благоустройстве города не закончилась. Пока ребята убирали территорию от мусора, специалисты профильных служб освобождали парковочные места от неэксплуатируемых транспортных средств. На большой парковке по улице Пионерской эвакуировали машину. Автотранспорт давно не эксплуатируется, а лишь занимает территорию и создает неприглядный вид участка. Традиционно администрация Московского района занимается вопросами принудительной эвакуации неэксплуатируемого автотранспорта. Прошлый год, позапрошлый год больше упор делали на дворовые территории. В этом году немалое количество, уже более 30 автомобилей заявлено для отработки, и в том числе на общественных местах, на парковках. Хотя эта работа, она постоянная. С начала 2021 года было выявлено 11 единиц неэксплуатируемых транспортных средств, владельцам которых направлено извещение на принятие мер к своим автомобилям. Ведь чистота и уют города зависит не только от благоустроенных скверов и парков. Немаловажным сегодня является и состояние парковок.